В этом поединке, пройдя всю дистанцию, после 5 раундов, объявляется ничья. Бесплатные трансляции топовых турниров, расширенная статистика и бонусы за ставки. Все это доступно только в приложении Winline. Убедись в этом сам. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся с промокодом BOX и получи фрибет до 10 тысяч рублей на первую ставку. Наслаждайся игрой на Winline. Сама, наверное, эмоции хоть немного улеглись. Вот какие мысли остались по бою? Что могу сказать? Результатом недоволен. Я считаю, что выиграл этот бой. Ну, знаешь, недоволен, потому что если я проиграл бы, да, я бы и слова не сказал. Я бы сказал, что оппонент хороший был. Туда-сюда. Ну, результатом недоволен, потому что ничего дали. Чемпионский бой. Чемпионский бой. Как могут? 5-раундовый бой. Это... Как могут ничего дать, я не понимаю. Экстра раундов нету. Дайте экстра раунд или вердикт какой-то. 5 раундов. Не понимаю, как. Федерация бокса России, я не знаю, как судят. Да, пускай там, пускай нокдаун посчитают. Первый нокдаун был, второго не было. Пускай нокдаун, ладно, посчитают. Весь бой я веду. Нету, не, там не было счета 10-8, понимаешь, из-за нокдауна. Из-за нокдауна дается, это в боксе дается, да, но если ты бой ведешь, раунд ведешь, и попадает один точный удар просто, сколько я точных ударов попадаю, и тут один точный удар нокдаун, и еще дают, если 10-8. Как это понять вообще? Я просто говорю, на его лицо посмотрите, на мое. Я не знаю, что сказать просто. Я даже разговаривать не хочу. А как ты вот отреагировал на то, что Анатолий Сулянов сказал, что там, ну, не будет этого? Результата как бы аннулируется. Я это и хочу, чтобы аннулировали счет. Вообще, чтобы этот бой все забыли. Как в этом, люди черным же есть, нажимаешь кнопку, все забывают. Вот так вот. Я не знаю. Я... А когда ты готов провести реванш? Сейчас бой в Дубае, и после этого, после месяца Рамадан восстановиться и уже... В мае месяце? Нет, в мае уже там восстановление, только тренировки начнутся в мае, в апреле или ближе, или летом уже я готов. Смат, ты лед прикладываешь к руке, все ли с ней в порядке? Рука в порядке, да, просто чуть, ну, от ударов небольшие, это после каждого боя бывает, ушибы такие небольшие, чтобы восстановить. Все-таки до следующего боя 3 недели осталось, поэтому нужно восстановить руку как можно скорее. Честно сказать, еще и я чуть-чуть, как сказать, не этот, прикинь, словарный запас закончился. Мартин лучше был, сейчас, ну чуть-чуть, как говорится. А? Нет, нет. Недооценил? Недооценил, вот. Чуть недооценил его. Я хотел выйти, вырубить его. Гигант. Ну, знаешь, выходил вот так вот, типа, с таким настроем, что для меня это будет, ну, я думал, легче будет намного. Недооценил. Но все равно, сколько бы недооценил, я видел, что бой за мной. Опиши вот эти моменты с нокдаунами, пропущенные удары. Что? Про пропущенные удары в первом раунде и во втором. Ну. В первом раунде я же говорю, да, я пропустил удар. Я не увидел этот удар, я пропустил базара ноль. Но я встал, пускай первый раунд уходит ему. Как ощущались они, вот эти удары? Ощущались? Нет, я ничего не плыл, нормально все просто. Ну, удар пропустил, да, бывает это у нас. Мы как бы все-таки не в шахматы играем. И деремся, и да, пропустил. Но во втором раунде не было, судья отчитывает. Я ему даже пальцы закрываю вот так, чтобы он не считал. Я считаю. А после второго раунда твой угол сказал тебе, ну, типа, нужно поднажать, потому что было видно, что в пятом раунде ты вообще вот как будто бы пошел ва-банк, понимая то, что, возможно, по раундам где-то проседаешь. Было ли понимание со стороны угла? Нет, с третьего раунда я понимал, я третий раунд забрал, четвертый забрал, пятый я видел, что он устал. И
пятый раунд я забрал вообще, там, пятый раунд можно было даже, думаю, 10-8 отдавать, если вот так посчитать. Это все судьями надо решать. Я знаю, что у нас сейчас будет множество конференций. Этот бой будет крутить, потому что этот реванш будет ждать. Поэтому на конференции решим судьями. Я хочу пообщаться с этими судьями, которые судили. Спросить у них, как так. Какие у тебя мысли были вот после окончания боя и до судейского решения? Потому что оно очень долго принималось так. Если честно, я был уверен, что я победил. Уверен. И вот так то, что оно долго шло. Я даже подходил к судейским запискам, я видел. Я видел то, что 3 раунда 10-9 в мою пользу идут. Просто в мою пользу. Я думаю, все, сейчас уже руку поднимут. Дайте тогда хотя бы, не знаю, экстра раунд или там, я не знаю. Если говорю же, если я проиграл бы, я бы сказал бы, соперник был лучше, да. Я проиграл, я бы даже ни слова не сказал бы, да. Но я не проиграл. И вот в чем обидно. Спасибо. Да.